можно поднять бокальчик, выпить. Ну а я приехал сегодня к вам не просто так. Сегодня, буквально час назад, мы записали новую песню. Сейчас я хочу предоставить вашему вниманию ее. Я сам толком ее не знаю, про что эта песня. Но мне кажется, она связана как-то вот с войной, с миром и с философией какой-то. Итак, «Только в небесах». Thank you.
всем известная и любимая песня Игоря Талькова «Чистые пруды». Мужчины приглашают девушек, ну и девушкам дают такие же пруды. «Чистые пруды».
Спасибо! Браво!